астронавты, герои войны, олимпийцы. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие. Итак, кто готов заняться наукой? Я. Ну, вы уже успели познакомиться друг с другом в машине, поэтому позвольте мне представиться. Я Кейв Джонсон, и я здесь главный. Этот прелестный голосок, который вы слышали, принадлежит Кэролайн, моей помощнице. Она переведет ваш гонорар в любую благотворительную организацию по вашему выбору. Правда, Кэролайн? Так точно, мистер Джонсон. На ней здесь все держится. Красотка прям ходит на открытку. Учтите, парни, она замужем. За наукой. Выбор теста для вас зависит от того, как вы реагируете на окружающий мир. Кто будет помогать в испытании отталкивающего геля, проследуйте вдоль синей линии. Для тех, кто согласился на впрыскивание ДНК Богомола, у меня есть хорошие и плохие новости. Плохие новости. Этот тест отложен навеки. Хорошие новости. У нас есть новый прекрасный тест. Сражение против армии людей-богомолов. Берите винтовку и следуйте вдоль желтой линии. Вы сами поймете, когда начнется тест. Если в ходе испытаний вы порезались, то, возможно, заметили, что кровь... Если после следующей серии испытаний вы решите принять ванну, поставьте в известность лаборантов. Судя по всему, ваше тело будет активно выделять уголь. Это временно, не переживайте. Но если через неделю это не пройдет, сообщите нам. Это признаки аномалии. Если в ходе испытаний вы порезались, то, возможно, заметили, что кровь превратилась в бензин. Это нормально. Мы воздействовали на вас невидимым лазерным лучом, который превращает кровь в бензин. Это попросту означает, что он работает. Наука стоит на плечах титанов. Но не здесь. В лаборатории мы все делаем с нуля. Нам никто не помогает.
Начнем. В первом испытании вы будете иметь дело с отталкивающим гелем, как его называют мои лаборанты. Между прочим, вы не входите в контрольную группу, вы получите гель. В прошлый раз испытателю досталась простая синяя краска. Ладно, шутки в сторону, это иногда случается. У него перелом обеих ног. Печально, но очень информативно. Лаборанты говорят, что я не должен упоминать о контрольной группе. И они против заранее записанных сообщений. У меня идея. Запишу-ка я побольше таких сообщений. Здесь я плачу зарплату и буду говорить столько, сколько захочу. Для следующего испытания мы ввели в гель наночастицы. Это означает, что миллиарды мелких штуковин будут путешествовать по вашим сосудам и впрыскивать в опухоли экспериментальные гены и молекулы РНК. Может, пока у вас нет опухолей, не переживайте, если вы сидели на стуле в вестибюле без свинцовых подштанников, мы об этом позаботились. Да, на случай, если вы измажетесь отталкивающим гелем. Лаборанты дали мне один совет. Не допускать попадания отталкивающего геля на тело. Нам пока еще не удалось определить этот элемент. Но могу сказать вот что. Он очень живучий, и ему очень не нравится человеческий скелет.
Между прочим, эти лабораторные сферы сделаны из асбеста. Он отпугивает крыс. Сообщите нам, если во время тестов вас будут мучить удушье, сухой кашель или остановится сердце. Это не часть эксперимента, это асбест. Отличные новости. Лаборанты сказали, что симптомы отравления асбестом находятся в скрытом состоянии в среднем 44,6 года. Так что если вам за 30, радуйтесь. В худшем случае пропустите несколько партий в бридж, а наука продвинется на 300 лет вперед. Я ввел эти цифры в калькулятор, в ответ он показал счастливую рожицу. Мне нравится твой стиль, ты устанавливаешь свои правила, прямо как и я. Счетоводы сказали, что я не могу уволить коллегу, но я уволил. Пандусы для колясок слишком дороги. Еще кое-что. В кофе, который вы недавно пили, мы добавили люминесцентный кальций, чтобы мы могли наблюдать активность нейронов мозга. Существует небольшая вероятность, что ваша лобная доля затвердеет и превратится в стекло. Не нужно об этом думать. Визуализация процесса в условиях стресса может спровоцировать эту реакцию. Если вы входите в контрольную группу Кеплер-7, то в ваш череп вживили крошечный микрочип размером с почтовую открытку. Наверное, вы и забыли о его существовании, но если он начнет вибрировать и пищать, сразу сообщите об этом. Это означает, что скоро он раскалится до 500 градусов, и нужно его срочно вытащить.
говорю, подождите минутку. Ну что же, в следующем испытании вам придется столкнуться с путешествиями во времени. Хочу дать совет. Если вы встретите самого себя, не смотрите ему в глаза. Лаборанты сказали мне, что это стирает время. Совсем. И прошлое, и будущее. Сделайте одолжение вам обоим. Не беспокойте его. Ой, я помню это место. Сколько был? Блин. Папам-капам. Что-то я не понял. А, понял. Так. Сюда нужен гель. Ну-ка, это за ним. Гель-то не так сложно. Так. Если вы это слышали, значит, слишком долго переходите между тестами. Лаборанты говорят, что это из-за страха. Я не психиатр, но кажется, что эти яйцеголовые не умеющие распознавать опасность, пока на их не укусят за мягкую розовую задницу, проецируют на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Мне нравится твое упрямство, но побольше проворства не помешает. Давай решим эту задачку. Куб. Стой! Я пойду его помою. Все, норм. А, нет, надо кнопку. Так, ну, короче, потом-то понятно все сразу. Стана, стало. Типа сюда, вот так вот. Наука не терпит вопроса, почему? Главный вопрос, почему бы и нет? Почему наши исследования так опасны? Почему не заняться чем-нибудь менее опасным? Да, вот почему? Почему бы не завести безопасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уволены? Нет, все в порядке. Да, вы соберите свои вещи на выход, парковки, машину, прощайте.
Мне бы так вот к парковке прощайте. Вот просто. Ой, было бы вообще шедевр, потому что меня уже бесит ходить по этим камерам. Я не знаю концовку этой игры, но мне очень хочется ее узнать. Давай. Поздравляю. Тот факт, что вы стоите здесь и слушаете меня, уже является огромным вкладом в науку. Как глава лаборатории исследования природы порталов, я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Мы не собираемся выпускать свой продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую физическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать люди. Скажи до свидания, Каролайн, Каролайн, Каролайн. До свидания, Каролайн. Она просто золото. И чё теперь? Ну это же был выход. Это получается? Ну, сюда, значит. Бета. Ой, это который ускоряет тебя, точно. Да, тут же еще далеко. Я думал, может, я выйду уже отсюда. А! И вспомнил, да, кто увидел эту надпись Бета. Тут же будут еще шарики, которые... ну, то есть гель, который будет тебя ускорять. Стоп. Надо подняться туда. Так. Потом каким-то образом попасть вот туда. Окей. Думаю, это я сделал не зря. Так. На планке. О, сейчас будет Гладис. Вон там Гладис, короче. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черное мезо, чтобы ей пусто было. Сэр, испытание? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя, Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными? Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Я либо вывал куда нужно, но, скорее всего, я просто вылетел за карту. Да. Я все понял. Короче, ай... Ой-ой-ой-ой-ой. Нужно туда попасть. Мне нужно попасть к Гладос. Добро пожаловать, друг. Я Кейв Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы Привет. Знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушаниях в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черное мезо, чтобы ей пусто было. Сэр, испытание? Правильно. Черное мезо. Стоп. Кейв, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом на вопрос. Кто хочет заработать $60 наличными?
Вы также можете расслабиться и отдохнуть 20 минут в комнате ожидания. Черт возьми, там гораздо удобнее, чем на скамейках в парке, где вы спали, когда мы вас нашли. Добро пожаловать в лабораторию. Вы здесь потому, что нам нужны самые лучшие, и это вы? Да, это я. Нет, не могу удержаться от смеха. Так или иначе, не разбей. Привет. Слушай, ты хорошо умеешь убивать? Спасибо. Ты чувствуешь, этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит. Если его не отключить, через несколько часов здесь все взорвется. Вас нашли? Я не могу передвигаться. А я тебе понадоблюсь, чтобы заменить его, если только ты не собираешься отпилить себе голову и подключить ее к моему прежнему телу. Такая ситуация. Ну что скажешь, ты отнесешь меня к нему и вернешь меня в тело. А я предотвращу взрыв и отпущу тебя. Конечно, он меня отпустит. Гледас. Блин, Гледас, нет, нет. Ненавижу тебя. Ну, пошли тогда. Нам надо как-то туда перепрыгнуть. Надеюсь, я перепрыгну. Давай, Гладис, ты мой единственный друг и помощник.